Всем привет, дорогие зрители! Нахожусь я сегодня в районе Кестель. Я немножко проголодался и зашел закусить в очень хорошее место, где готовят очень вкусную шаурму. Наверное, самое вкусное место в Алании. Так скажу, от души я хочу посоветовать вам. Это не реклама, я никого не рекламирую здесь. Значит, она расположена в середине Кестеля. Вот. Здесь такая вот дорога, вот это средняя дорога Кестеля. Вот видите, сверху написано заправка Total. Это первая береговая линия, оттуда также есть поворот в эту сторону. Или по середине дороги Кестеля можете прийти сюда, сесть, поесть. Вот называется этот маленький фастфуд ресторанчик Би Есена. Они есть также в Кестеле. У них есть вот такие стольчики. Можно и снаружи кушать, и снутри. Вот это их название. Можете пробить в Google или Instagram-канал. У них тоже так. Би Есена. Можете пробить и найти их. Значит, тут постоянно свежая курица. Каждый день меняется. Вот. У них есть меню в таком виде, с рисом. Есть лаваш специальный, хатай ушляни называют. Соус там вкусный. Есть вот даже хлебушки, батончики таком вкусно. Теперь хочу я вам показать меню и цены. Вот. Цены здесь начинаются с 11 лир. Тавук дюрем – это маленькая, которую я сейчас вам показал. Есть у них зурна дюрем, она побольше, стоит 15 лир. И очень вкусно. Есть также с хлебом, но советую брать именно с лавашом. Попробовать с лавашом. У них есть пакет-сервис. Вот адрес тоже указан. Если не можете найти, можете пробить. Напитки, цены тоже видите. Айран 2 лиры, большой айран 3 лиры, вода 2 лиры, сода 3 лиры, кола, фанта, спрайт и фруктовый сок там 5 лир. Все. Всем пока.